Как увеличить продолжительность активной жизни, снизить заболеваемость и сохранить трудоспособность? Эти и другие вопросы обсуждали ученые, врачи, медицинские специалисты из России, Европы и стран СНГ на 5-м съезде Евразийской ассоциации терапевтов, который прошел в этом году в столице Беларуси, Минске. Съезд вызвал большой интерес не только у специалистов, но и у средств массовой информации. В Минске проходит одно из крупнейших медицинских событий Евразии – 5-й съезд Евразийской ассоциации терапевтов. Площадкой стал медицинский университет. Главная цель съезда – пропаганда передовых знаний в организации лечебного процесса. Съезд прошел под эгидой Евразийской ассоциации терапевтов при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь. С приветственным словом на форуме выступил министр здравоохранения Республики Валерий Малашко. Евразийская ассоциация терапевтов объединяет более 7 тысяч врачей, обеспечивая возможность их профессионального диалога на территории Содружества независимых государств. Уверен, что съезд откроет новые перспективы улучшения медицинской помощи на основе инновационных медицинских технологий и станет очередной ступенью на пути развития отечественной кардиологии и терапии. Передовыми технологиями и инновациями реальной клинической практики обменялись более 70 экспертов из Белоруссии, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Молдовы, Таджикистана, Ливана, Японии, Швеции, Дании и Канады. Одно слово – восторг. Я впечатлен. Организация – это просто замечательная организация съезда. Очень много участников, очень много представителей из других регионов. И самое главное, огромный интерес вот к нашему мероприятию. Съезд Евразийской ассоциации терапевтов – это одно из крупнейших медицинских событий Евразии. Он прошел уже в 5-й раз. Локации меняются, но главная цель мероприятия остается прежней. Это обсуждение последних исследований и разработок в области клинической медицины. Градиент в 5 лет показал глубину поднимаемых проблем, глубину съезда, интернациональность его по форме и практическое значение для клинических врачей. Со спецдокладами выступили также гости из Японии и Канады. Специалисты обсудили современные проблемы внутренней медицины, кардиологии, эндокринологии, пульмонологии и трансплантологии, дифференциального диагноза. В рамках этого съезда были освещены вопросы венозных тромбозов. От венозных тромбозов на сегодняшний день умирает пациенты, то есть на третьем месте смертность от венозных тромбозов после инсульта, инфаркта миокарда. Очень много интересных актуальных тем мы сегодня разобрали. У нас утром была сессия по эндокринологии, осветили тему гипотиреоза, тиреотоксикоза, и мне кажется, конгресс проходит очень плодотворно. Ключевая тема – научная программа съезда, подготовлена с использованием современных образовательных методик. Она состояла из скоростной сессии, где была возможность напрямую пообщаться с лекторами. Состоялись симпозиумы, панельная дискуссия, пленарное заседание. Коморбидный пациент, стратегии и тактика терапевтического подхода – вот что стало ключевой темой форума. Хроническая сердечная недостаточность позиции терапевта сегодня, фибрилляция предсердий, рациональная тактика врача, антикоагулянты и риски – все это тоже обсуждалось на съезде в Минске. Несколько главных вопросов, на которые спикеры искали ответ – смогут ли антикоагулянты вытеснить антиагреганты в будущем? Ну и на сегодняшний день процентов на 70 антикоагулянты уже вытеснили антиагреганты не только при фибрилляции предсердий, но и при некоторых стабильных атеросклеротических заболеваниях. У антикоагулянтов свое место, приложение для лечения существующих заболеваний. В частности, антикоагулянты больше применяются для лечения профилактики венозных тромбозов. Что касается антитромбоцитарных препаратов, то есть антиагрегантов, они больше применяются для профилактики и лечения артериальных тромбозов. Мнения ученых разделились. Это принципиально две разные стратегии в лечении, ну, как вариант коморбидных сердечно-сосудистых заболеваний. Всегда очень важно сбалансировать меру риска с одной стороны тромботического, со второй геморрагического. Вот эти качели, баланс. Вот это камень преткновения сейчас для клинициста. Также в ходе съезда обсуждался вопрос о применении статинов в терапевтической практике. 20 лет назад, когда только закончилось исследование по симвастатину 4С, и оно доказало, что статины снижают общую смертность сердечно-сосудистую коронарную, это было революцией 20 лет назад.
И 20 лет назад назначить статин, дорогостоящий препарат, это было страшно, потому что это было дорого. Сегодня прошло 20 лет, это наша рутинная практика. Если пациент нуждается, мы должны это делать и обязаны это делать, и мы это делаем. Но статин – это тот препарат, который реально продлевает жизнь без инфаркта, без инсульта. И сегодня это обязательное условие для многих пациентов, которые в них нуждаются. Особый акцент врачи сделали на вопросе приверженности пациента к лечению. Самая серьезная проблема – это проблема приверженности пациента, потому что атеросклероз и нарушение липидного обмена – это не болит. Это не вызывает каких-то сиюминутных жалоб у пациента. На что такое статины? Если врач плохо объяснил пациенту, что такое статины, они просто прекращают прием. Вот это основная проблема плохой приверженности. Также были выдвинуты предложения по обсуждению других не менее важных и интересных тем в ходе следующих съездов. Прошедший съезд охватил практически все проблемы в клинике внутренних болезней. Но мы рассматривали вопросы коморбидности, и очень хотелось бы, чтобы в следующий раз у нас возникли секционные заседания, допустим, кардиореспираторные проблемы, кардиоонкология, кардиоэндокринология, вот, и многие другие. Я как эндокринолог считаю, конечно же, что нам следует больше уделять внимание эндокринным заболеваниям. Это могут быть остеопатии, можно разобрать отдельно первичный, вторичный гиперпаратиреоз. Выставка, организованная в стенах Белорусского медуниверситета, позволила наглядно увидеть новейшие тенденции и технологии в области медицины. Впрочем, стать участниками 5-го съезда Евразийской ассоциации терапевтов могли все желающие. Все 2 дня мероприятия транслировались в интернет, другие аудитории медицинского университета, регионы и другие страны. Всего трансляцию посмотрело более 5000 человек из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Туркменистана, Украины и Грузии.